Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Садурский сад», с вами Алена. Сегодня сюжет о розах, имеющих раскидистый куст. Эту информацию очень полезно знать, учитывать при создании своих розариев, своих цветников. В сюжете будут показаны только розы флорибунда и шрабы. Итак, в кадре одна из лучших садовых роз, по моему мнению, это роза «Юбилей принца Монако», второе ее название – «Юбилей Санкт-Петербурга». Роза, безусловно, красивая, эффектная. Здесь у меня посажено два куста. И в общем объеме они имеют около 2 метров. Больше полутора. Высота розы сейчас 1,20 м. Вот такая красивая роза. Более подробно сорта освещать я не буду, просто покажу куст и цветы вблизи. Роза «Юбилей принца Монако». Роза флорибунда Нёрс Трейси Дэвис. И она в кадре по центру. Кустик раскидистый, не очень высокий. Высота около 90 сантиметров, розе 3 года. Стабильная красивая роза. Достаточно крепкое здоровье у нее, дружное цветение. Роза для переднего плана. Отличная роза. 2 надежные волны. Вот такая красавица. Рядом растет не менее красивая, но сейчас почти не цветущая гальдельзия. У нее тоже раскидистый куст. Размеры подобны Нёрс Трейси Дэвис. Высота около 90 будет, но сейчас поменьше. Примерно 80 в нецветущем состоянии, но есть бутоны. И она дорастет до 90. Кустик шириной примерно 80-90. Вот такая роза гальдельзи. И еще одна красавица, почти в 2 раза выше, чем предыдущие показанные сорта. Это роза Алидората. Сейчас она не цветет, готовится ко своему второму цветению. В этом году у нас позднее цветение, как первое, так и второе. На второе даже некоторые розы, возможно, и не успеют. Если будет хорошая осень, то Алидората, конечно, подцветет. Вот так она начинает свое цветение. Нежнейшая роза селекции Барни, сортосерия Бабочки. Нежно мною любимая сортосерия. Куст высотой около 150 сантиметров, шириной около 1 метра. Вот такая роза. Когда она цветет, это пена. Во всяком случае, в первую волну роза показывает исключительную пенность, обильность и пышность цветения. Роза Алидората, флорибунда. Следующая героиня сюжета – роза с раскидистым кустом, флорибунда Баронесса. У нее стабильные 2 волны цветения, пышные цветение роза показывает, но перерывы между волнами достаточно длительные, 4, а то и более недель. Вот так роза заходит на свою вторую волну. Очень красивая, розовая, чудесная роза, чудесная роза. Куст шириной более 1 метра, высотой 90 сантиметров. Подпор роза не требует. Баронесса. Очень приятное садовое украшение. Флорибунда бордюр маджента. Моей красотке 3 года. Первые 2 года она ничего особенного не производила. А в этом году очень эффектно.
очень эффектная роза. Также раскидистый куст высотой 80 и шириной примерно такой же. Бордюр маджента. Обильное цветение, устойчивое ко всем невзгодам. Дожди ей нипочем. Ветра выдерживает. Замечательная роза. Мне очень-очень понравилась. Моя любимица в этом году. Бордюр маджента. Роза флорибунда с пышным кустом и таким же пышным цветением. Ханзештат росток. Куст более 1,5 метра в разлете. И выпускает побеги. Высокие побеги до 1,20 м. Вот такое пышное цветение. Цвела непрерывно, как начала цвести в начале июля, так и продолжала цвести. Вот ее побеги еще доцветают. И есть бутоны. Есть бутоны. Роза здоровая, с глянцевой листвой. Очень интересная. Немного бывает неряшливо в какие-то этапы жизни цветка, но не проблема убрать ее. В целом роза очень эффектна, привлекательна. Замечательная роза Ханзештат росток. И еще хочу показать одну розу, растущую в этом цветнике, в этом розарии с желтыми и красными розами. Это шраб Пейсли Эбби. Роза очень раскидистая и мощная, энергичная. В сентябре выпустила побеги высотой 1,80 м. Вот я их показываю. Это ее побеги. Вряд ли они зацветут, но тем не менее силу и мощь розы характеризует. Вот такое цветение. Вторая волна этой розы не столь обильна, как первая. Первая просто пышнейшая. Цветы с волнистым сложением лепестков. Очень приятные. Замечательная роза. Немного похожа по форме на Омаша Барбара. Шикарный куст имеет роза. Здоровую листву. Сам по себе куст может быть украшением. Если кто-то принимает как украшение листву розы. И еще ракурс с другой стороны. Пейсли Эбби. Могучее растение. Могучее. А цветочки прелесть. В кадре рококо. Шраб. Невероятно нежные цветы имеющий. Цветы большие, открывающие серединку. Очень энергичная роза. И раскидистая. Очень энергичная. Вот такое цветение. Крепкие побеги, иногда требующие подвязки. От сильного ветра могут лечь. У меня стоит опора для нее. И кое-какие побеги, конечно, подвязаны. Раскидистый куст высотой 1,50 м, 1,60 м. И если ей дать волю, такой же будет и объем ее. У меня она немножко собрана, поэтому шириной около 1,5 м. Цветение роза показывает обильнейшее. И пока не цветущий. Нецветущий куст флорибунды Pride and Prejudice. Но он готовится. Также раскидистая роза с массой хорошей, красивой листвы и массой цветов. Цветение роза показывает изумительные, стабильные две волны. Перерыв между волнами достаточно длительный. Вот пока только первый красавец обозначил свою прелесть. Pride and Prejudice. Роза мне очень понравилась. Надежная, красивая, замечательная роза. А рядом
Флорибунды, имеющие небольшой перерыв между двумя волнами, это роза Crema Abondance. Ну, просто прелесть. Просто прелесть роза. Прекрасно выдерживает дожди. Прекрасно. И выглядит прекрасно. Дружное цветение. Чудесная, чудесная, пышная роза. Crema Abondance. Высота куста. Метр двадцать. Такая же его ширина. Куст раскидистый. Вот так раскладывается в разные стороны. Но подвязки не требует. Я его не подвязываю. Он держится сам. Crema Abondance. И еще здесь растут раскидистые красавицы. Флорибунда Cinco de Mayo. Очень интересная роза. С занятной расцветкой, которую можно разглядывать достаточно долго. Настолько она интересна. Неоднозначная, да, неоднозначная роза. Не все ее любят. Но я такие сорта предпочитаю в своем саду. Исключительные оттенки, переходы цвета от терракотового к дымчато-сливовому и даже могут достигнуть такого сиренево-легкого пурпурного оттенка. Во всяком случае, в предыдущие годы роза такие свойства показывала. И свечение изнутри цветочка. Прелесть. Очень обильная роза, дружное цветение у нее. И раскидистый куст. Кустик высотой. Высотой сейчас 90 сантиметров. Подвязки не требует. Раскидистая тоже до 90 сантиметров. Вот так раскинула свои чудесные цветы на достаточно крепких побегах. Cinco de Mayo. В кадре три молодые розы, они недавно живут в моем саду, имеющие раскидистый куст. Это Зоненвельд. У меня пока она цветет нестабильно. В этом сезоне, ей второй год, только впервые показывает свои красивые цветы. Кустик раскидистый, побеги достаточно слабоваты. Возможно, это молодость розы. Дальше будем наблюдать. Раскидывается до 90 сантиметров при высоте 60. Вот такие размеры пока имеет моя Зоненвельд. Роза Солей Дюмонт. Оды этой розе я неоднократно в этом сезоне уже пропела. И не устану повторять их вновь. Солей Дюмонт, раскидистый куст, шириной до метра и высотой до метра. Энергичная, очень радостная роза Солей Дюмонт. Также в разные стороны раскидывается флорибунда Братья Гримм. Роза с красивыми цветами. Очень приятной расцветки. Но побеги у нее в разные стороны просто раскладываются. Также могу отнести это, возможно, за счет молодости, но пока у меня так. Поэтому я эти розы отнесла в разряд раскидистых. Братья Гримм. На этом свой сюжет, дорогие друзья, о розах, имеющих раскидистый куст, я заканчиваю. Если вам понравилось и было интересно, поставьте, пожалуйста, лайк, пишите отзывы, мнения, впечатления. Общаться интересно. Добра, здоровья и мира всем. Заглядывайте.